Всем привет! Меня на Ютубе попросили, чтобы я сняла видео про всех моих шляхов. То бишь про всех людей, про всех хозяинов. Вот, поэтому сейчас я это видео и снимаю. Сразу хочу извиниться за качество съемки, потому что еще в том видео я говорила, что у меня сломался штатив. Ну, вы, наверное, помните, вот, поэтому пока что все будет еще немножечко трястись. Первая это у нас девочка Алиса, да, у нее две лошади. Первая основная лошадь это Нора, и второй Туман. Следом идет девочка довольно странной позе, она с вольтажировки. Вот, и у нее есть своя личная лошадь, которую, к сожалению, не помню, как ее зовут, но порода у нее башкирская кудрявая. Извиняюсь, если опять произнесла неправильно. Если что-то говорила не так, исправляйте в комментариях. Следом идет тренер по выездке и тренер по вольтажировке Ольга. С ее конем Кораллом. Дальше у нас идет девочка Лиза со своими двумя лошадьми. Одну у нас зовут Амазонка, а другого у нас зовут... Его зовут никак, потому что я его ему еще с того времени, как я снимала про него видео, еще не придумала ему имя. Вот. Дальше идет у нас тренер по конкуру. Вот Женя. И две его лошади. Вот Сатурн и Фьорд Пломбир. Следом у нас идет человек, у которого больше всего лошадей. Целых три лошади. Это вот это. Девочка Марина, у которой лошадь Луна, Галактика и Гинес. Дальше идет девочка, которая тоже в странной позе. Вот ее зовут Маша и ее лошадка Заря. Дальше идет, наверное, уже многим известная Олеся, хотя, может, и неизвестная, со своей лошадкой Волной. Дальше идет Вероника со своей поней и Игюменкой. Дальше идет наш тренер, тоже по конкуру. Вот Агата со своими двумя лошадьми, которого одного я не помню, как зовут, а другого зовут Приз. Вот. И два прекрасных коня, от которых у меня потерялась наездница, да. Во всяком случае, от них наездница Настя. Это девочка в такой розовенькой футболочке, наверное, ее многие видели, у многих она есть, и поэтому я надеюсь, что вы поймете, о ком я сейчас веду речь. Вот, это ее два прекрасных коня. Один Рассвет, а другой Аполлон. И кому понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!